Пришли с великолепным настроем, ждем от игры только победы, очередные 3 очка взять, ну и в плей-офф войти. Витязи, вперед! Отличная вообще игра. Супер, эмоции. Но игра захватывающая достаточно. Сегодня вот интересная игра. Хочется, конечно, голов побольше увидеть. Так стараются ребята, молодцы. Врага сегодня точно победим. Я думаю, при счете 1-1 сейчас Витя соберется. В третьем периоде, перед третьим периодом получит ценное указание от нашего главного тренера. И обязательно забьет минимум 2 шайбы. Одну из них забьет Афиногенов. Копейкин должен сегодня. Ну, кто забьет первый? Витязь. Правильно, Витязь победит и забьет.